Приветствую вас, друзья! На связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. И если вы смотрите данный видеообзор, то, скорее всего, на вашу электронную почту пришло письмо с радостной вестью, что ваш электронный ящик попал в список конкурсантов всемирной акции «Счастливый email», которая проводится Международной ассоциацией электронных почт. И вы теперь можете выиграть от 100 до 5000 рублей. Давайте же начнем разбор сайта по порядку. Во-первых, Международная ассоциация электронных почт – это выдуманная организация. И как ни старайтесь, можете гуглить хоть целый день, вы не найдете ничего о подобной организации. Хотя, учитывая бюджет конкурса 250 тысяч долларов, эта организация должна быть довольно-таки известной. И, конечно же, мы сразу можем заподозрить, что мы попали на сайт «Лохотрон», и все ниже приведенные отзывы являются вымышленными. Но тем не менее, давайте все-таки протестируем данный сайт и посмотрим, для чего он был создан. Чтобы мы заработали или чтобы заработать на нас. Введу какой-нибудь email и нажму «Проверить на выигрыш». И нам высвечивается сообщение с поздравлением, что наш email уникальный и выигрыш составляет 2370 рублей. Нажимаем «Оформить выплату». Нужно заполнить свое имя, способ выплаты и номер счета. Нажимаем кнопку «Оформить». Мы попадаем на страницу, где нам сообщают, что мы должны заплатить за персональное извещение. То есть акция проходит бесплатно, но за то, что нам прислали извещение на почту, мы должны заплатить какую-то сумму. Давайте нажмем на кнопку и узнаем, какую же именно. И мы попадаем на страницу оплаты от сервиса ePay, где нужно заплатить 150 рублей. Перед тем, как снимать данный видеообзор, я нашла человека, который будет принимать эти 150 рублей, которые мы заплатим, на сервисе ePay под ником LineH2. Если мы посмотрим дополнительные цены к данному сайту, то мы как раз увидим эти 150 рублей, а также мы увидим, что далее последует запрос на очередные платежи. 299 рублей за активацию аккаунта, 668 рублей за обмен валюты, 565 рублей за безопасный перевод, 455 рублей за ручной поиск платежа и 990 рублей за заказной перевод. Скорее всего, заказной перевод используется для того, чтобы ускорить выплату денег. Но, конечно же, после того, как мы произведем оплату всех этих платежей, нам скажут «ждите», и деньги, естественно, на наш счет никогда не поступят. Но я все же проверю, последует ли очередной платеж на 299 рублей после того, как я оплачу 150 рублей. Сейчас я поставлю видео на паузу и вернусь к вам, когда оплата будет успешно зачислена. Наша оплата успешно зачислена, и теперь мы можем увидеть, что нас ждет дальше. А дальше нас ждет, как и ожидалось, очередной запрос на платеж за активацию аккаунта, который будет стоить 299 рублей. Это как раз именно тот самый платеж, который и указан на дополнительных ценах сайта. Вот они, эти 290 рублей за активацию аккаунта. И, скорее всего, далее произойдут очередные запросы на платежи на сумму 668 рублей, 565, 455 и 990 рублей. Конечно же, данный сайт создан не для того, чтобы мы заработали, а чтобы аферист заработал на нас. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, мы попадаем на сайт Международной ассоциации электронных почт, и это доказывает авторство данного автора LineH2, и что именно он будет получать с нас все платежи, которые нам хватит ума оплатить. Как мы и предполагали с самого начала, данный сайт является мошенническим и создан для того, чтобы выманить у нас побольше денег. Поэтому, конечно же, связываться с ним я не рекомендую, тем более на нем что-либо оплачивать. С вами была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До встречи в следующих видеообзорах.